Альфред, посмотри там. Я нашел. Хозяйка! Та-да! Jemand eine Granate? Кому гранату? Сейчас все взлетит на воздух. Осталось посмотреть в сарае. Сарай. Корова была подохла, сена осталось. Чем пахнет? Гнить начало, а убрать руки не доходит. Кругом одно вонючее дерьмо. Идем. Он все, он стрелять еще начал. И пуля прям надо мной, прям. Я слышал. А я думал все. Я думал все. Что такое? Что такое? Что такое? Ну, давай, надо. Комаров из дома! Комаров! Здесь Петька Столяр живет беспартийный! Да, он только! Это Тишна, это Матайлон! Жидовский дом! Фамилию поменяли, раньше Гефтеры были, теперь Поповы. Das Haus der Juden. Wir haben eine merkwürdige Namensänderung vorgenommen. Früher hießen die Hefter, plötzlich sind Popovs draus geworden. Я-то все знаю. Там учитель живет. Und das da ist das Haus des Lehrers. У него был обыск. Так точно. Но мы ничего не нашли. Будет хоть что-то подозрительное, выжигайте. Так точно. Лежи, лежи, лежи. Лежи. А что там? Да ерунда. Царапина. Ее уже он перевязал. Я все равно не чувствую. Это же нормально, да? Нормально, нормально. Я же не доктор. Надо, чтобы доктор посмотрел. Да ты не волнуйся, миленький. Мы о тебе позаботимся. Ты, главное, постарайся заснуть. Сразу легче станет. Альфред! Давай еще! Еще? Нет, спасибо. Мне хватит. Герман, ты не умеешь танцевать. А здесь ничего. Только девок мало. За нас. Альфред. Альфред. Что случилось? Налей ему. Он сказал, ему хватит. Мне хватит. Из дома? Отпустите меня, никто не заметит. Ну, ты сам посуди. Ты убежишь, с меня спросят, куда сына дел. А сами же говорили, мать же ждет. Так, все, давай, ложись. Подождать придется. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Танки, товарищ капитан! Товарищ капитан! Танки! Танки! Товарищ капитан! Что ж, товарищ капитан! Что ты орешь? Что ты орешь? Товарищ капитан, надо так сломать, товарищ капитан. Товарищ капитан. Тихо. Там город, там нас. Да, что ж в городе нас? Куда? Там город, нас. Тихо. Город. Слышите, вы там танки! Туда нельзя, товарищ капитан! Туда нельзя, там танки, товарищ капитан! Танки! Танки, товарищ капитан! На! Стehst du schon wieder gegen die Ausgangssperre? Tun wir einfach so, als wärst du zu Hause. Ставни пошла прикрыть. Все спят. Все муж, сын, все спят. В город, Ich hab was für dich. Das habe ich im Kloster gefunden. Es ist besser, wenn das niemand sieht. Не пойду. Не глупи, ребята хорошие, не обижают. Ну, зовут, надо идти. Ну что мы за всех отдуваемся? Не по-товарищески. Так ты, значит, вчера заради меня с немцами кувыркалась? Дура. Че улыбишься? А у тебя хорошенькая личка. Дамы, не окажете ли вы мне любезность пройти со мной? Давайте, давайте, выпьем, потанцуем. Бред у него. Одна пуля насквозь прошла, вторая застряла. Ты понимаешь, что там сено гниет, грязь кругом, там раны воспалились. Ну что я могу сделать без врачей, что я могу сделать? У меня даже инструментов нет. Ну что ты молчишь? Ну скажи что-нибудь. А что мне тебе сказать? Что нельзя было его сюда приводить? От человека отворачиваться нельзя, от войны можешь, а человека нельзя. Что нам теперь делать с этим человеком? А? Его найдут здесь? Ты не найдут. Наши вернутся. Какие наши? Вон они теперь наши, у Михеева. Сколько он так пролежит? Час, два. Потом песни орать начнет. Я его говорю. Слышь, я его болтаю. Ты куда? Ты сама сказала, ему врач нужен. Не надо, нет. Люба. Все. Все. У меня адреналин закончился. Пей. За Герхарда. Герхард тоже не умел пить. Не переносил спиртного. Его сразу тошнило. Отец смеялся. Наш отец такой же деревенщина, как и ты. Я вытащил Герхарда из навозной кучи. Привел в СС. Парню нужна цель в жизни. Нечто большее, чем подоить коров и задать корм свиньям. Нечто большее. Герхард был в группе армии «Север». Мы в группе «Юг». Север и Юг. Хотели встретиться в Москве. Выпить за победу. Его бы опять тошнило. Сынок, Герхарда убили. Вчера пришла похоронка. Место, где его похоронили, называется Кривцов. Может, ты знаешь, где это, и сможешь найти его могилу. Меня тошнит от этой войны. В вашем доме уже был обыск. Здесь меня искать не будут. Мне много не надо. Кормите один раз в день. И оставляйте воду. Боишься за свое гнилое сено, деревенщина? Заткнись. Они не должны меня видеть. Сюда, сюда, за мной! Там ваш сарай! Опусти. Иди в сарай. Там кто-то из наших. Катись отсюда, Мориц. В следующий раз выстрелю ниже. Черт, Альфред. К черту тебя и всех вас. И эту войну. Всех вас к черту. Пойдем к твоим. Что там? Крысы? Ты пьян. Слышь, подожди. Тебе показалось? Нет, тебе показалось. Альфред, дружище! Альфред, выходи оттуда. Идем выпьем за твоего брата. Не заставляй меня докладывать. Не хочешь пить, можно отвлечься по-другому. Херман, ублюдок. В сарае крысы. В штабе крысы. Везде крысы. Люб. Альфред не умеет пить. Вам повезло. Иди домой. Федь, помоги, пожалуйста. Давайте. Что-то ноги не идут. Это жучка из моей деревни. Ой, какая хорошая. Кто еще это? Может, пойдем покормим? Ой. Давайте. Терпи, не дергайся. Мне не больно. Мне не больно, я просто посмотрю. Нечего там смотреть. Свет такой закорошусь. Сколько лет тебе? 19. Родные чего? В тылу? В Копишеве. И бабушка тоже? Откуда вы знаете про бабушку? наслышан. Про бабушку твою. Про кресло-качалку. Любишь ее? Ну-ка, давай. Попей. Если я вам кое-что скажу, никому не скажете? Нет. Когда маленький был, она меня креститься научила. Я всегда думал глупость. И вот танки, когда шли, страшно было. И я давай. В общем, танк в меня стрелял в упор. А я живой. Давай-ка попей. Сказали, надо. Опа! Дай мне! Держи! Мишка, на! Не забьете! И не попал. Дай мне! Назад, назад! Держи. Дай мне! Давай мяч-то! Я начинаю. Давай сюда! Бей, бей! Давай сюда! Ну! Малявки, да! Давай сюда! Держи, держи! Ногам не бей! Гол! Гол! Мишка, волочина! Давай, давай, сюда! Мишка, давай, бей! Белки стояли! Мишка, давай, бей! Мимо! О, футбол! Гениально! Сталин-Югенд против СС. Ставлю на Морица 3:1. Ну, Мориц, покажи! Эй, парни, смотрите! Мориц отличный игрок. Трое против одного. Чего он хочет? Чу-чу, играй давай. Бей! Федька, давай. Вперед, вперед пошел. Давай, правее! Дай мне, дай мне. Да! Сашка, дай! Бей! Гол! Мелкий, мелкий, иди сюда. Мишка, на эту сторону. Ты налево, я сюда. А, хорошо. Сейчас, сейчас. Мишка, держи! Бей мне! Давай, давай! Давай, давай! Отнимай, отнимай! Ну! Сашка, бей! Да! Давай еще сразу забьем! Неужели он позволит себя обыграть? Старайся, Борис! Что, не умеешь проигрывать? Дай, дай! Держи! Спасибо! Мишки! Вперед! Бей, бей! Гол! Читкаш, мелкий! Мишаня, молодец! Давай, давай, играем дальше! Давай, Мишка, мяч! Ну давай, бей! Что, не достаешь? Морис! Это же весело. Не нравится, не смотрите. Отпусти мальчишку. Ты спятил? Мишаня, вставай, дышать можешь, вставай. Да это у него от восторга дыхание перехватило. Ты озверел? Оружие. Ну, вставай, вставай, Миш, вставай, давай, Мишенька. Глотать больно. Зачем вы к ним полезли-то? Это не мы к ним, а они к нам. Дядь Петь, почему они так? Вот они, наши там. А Федька где? Он в сарай побежал. Я видел. Федька! Федь! Выходи давай. Я ругать не буду. Ты чё? Объяснила. Он то плачет, то дрожит. Домой все просится. Ты его мать-то видел? Не дошел я до ее деревни. Подожди, где же лекарство-то взял? Госпиталь по дороге расстреляли. В лесу они. Не выжил никто. Ночью в лесу его похороним. Куда собрался? Домой. Хожу на печь. Я только проснулся. На печь я тебе сказал. Ну, дядь Петь, ну можно я домой пойду? Пошел. Ты что, русского языка не понимаешь, что ли? Сам уйду, не заметите. В сарае его закопать надо прямо сейчас. А Михей что? Не знаю. Ты думаешь, он не скажет? Люба, откуда я знаю? Густав, посмотри. Хорошо. Что делать? Допросить. Там, где завелась крыса, будут и другие, но не у нас. Она была тут в госпитале медсестрой. Муж ни при чем. Если он объявится, расстреляйте. А с ней что? Мне она больше не нужна. Что вы делаете? Почему нельзя ее просто убить? Потому что больше здесь нечего делать. Животные. Грязные свиньи.